Дорогие друзья, мы встречаем новый 2016 год. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что уже добились качественных, заметных каждому перемен. Закрепили успехи в промышленности и сельском хозяйстве, в строительстве жилья. У нас стало больше культурных и спортивных центров, памятных мест, ухоженных дворов, новых дорог и детских садов. И самих ребятишек становится больше. И это наш главный успех. Тульская область шагнет в Новый год с новым уставом и первым в истории области гимном, в словах которого вся гордость и любовь тулюков к родному краю. В наступающем году мы продолжим работать для благополучия каждого из нас, благополучия каждой тульской семьи. Повторю слова нашего президента Владимира Путина. Мы будем идти вперед вместе, и вместе обязательно добьемся успеха. Земляки, благодарю вас за труд и надежную поддержку. Счастья вам, любви и добра. С Новым годом и Рождеством!